Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Задание дня, ранний доступ, давай посмотрим. Пора проучить ореха в доспехах и его армию с помощью чихающего зомби и вампиренка Зе из стратегической колоды Заморозга. А вот это уже интересно. То есть мы будем наказывать орех, а играть за Заморозга. Блин, я даже не успел выбрать, они мне уже подсунули. Ладно, здесь первого хода у меня нету. Зато есть второй. Угу. Так, ну что если, допустим, я поставлю вот так. На хилах, да? Значит, ты, парень, решил. Значит, ты решил на хилах. Не надо только перемещаться, пожалуйста. Так, хорошо, мы ему всыпали. Я бы даже сказал, прям чудесно. Хм. Он ведь собирается хильнуться, насколько я понимаю, да? Собирается хильнуться, поэтому я сделаю вот так вот. Ты гляди, что творит, а? Блин. Так, и еще этого смещает сюда. Ну что, нам придется применять чих. Конечно, придется. Давай я вот так сделаю. Посмотрим, что он сейчас тут будет делать. Да ладно. Ой, ты меня напугала прям. Не получится у тебя хильнуться. Не получится, даже об этом не думай. Такс. Это я, наверное, пока... Да, наверное, пока ставлю. Такс, ну что мы можем сделать? Поставить сюда вампирчика. Вот так вот, да? И поставить, наверное, вот так. Ну и что же ты будешь делать? Орех поставил. И хилку. Он не оставляет, ребята, шанса хильнуться, я так понимаю. Ну-ка, погнали. Так, ну главное этого уничтожить. Ага. Ребята, у него с картами-то, я смотрю, вообще беда-бедовая прям. Прям беда-бедовая. Что будет, если я, например, поставлю вот сюда вот бесенка? Да ладно, ты серьезно, у тебя ничего не осталось. Паренек, что я тебе могу по этому поводу сказать? Тогда сделаем вот так вот. Это раз. Блин, наверное, не стоит пока убирать. Или стоит? Наверное, не стоит. Пока не стоит, ребят. Так, ну не забывай, что у него есть еще защита, которую он может влепить в любой момент. Давай-ка я, наверное, на всякий случай сделаю вот так. На всякий, друзья мои, случай. Видишь, что у него было? Что у него было припасено для меня? Нет, парень. Без хилочки на этот раз. Блин, мне неохота просто, чтобы вот этот орех убирался у него. Давай рискну. Надо мне убрать вот этого. Ну, ёк-макарёк, ну. Поехали. Так, срабатывает защита. Что он там будет? Размещать орех. Короче, вот этого парня нам надо будет убирать. Вот что я могу сказать тебе. И желательно срочно. Захотел хильнуться, но не тут-то было, да? Давай-ка мы сделаем следующее. Вот так вот. Я кое-что сейчас хочу, ребят, придумать. Угу. Смотри, что творит.
Смотри, чего творяет. Значит так, поехали. Давай. Сейчас три в лицо получим, блин. Ага. И все, все, ребят. Забомбашили мы его. Ну что я тебе скажу, довольно неплохо. Довольно неплохо. Так, а теперь смотрим задание. Выиграйте многопользовательскую игру, разыграйте 3 горошины и нанесите 20 единиц урона Зе-мехом. Хм, Зе-мехом, друзья мои. Ну что же, пожалуй-ка начнем тогда, да? За Зе-меха. Вот Зе-мех. Глянем просто мельком, что у него тут за колода. Колодушка идет на гаргантюахах, да, получается? Ну да, типа того. Ну что, ребят, наверное, будем соглашаться или как? Или нам... Так, а что нам? Нам убирать с тобой особо нечего здесь. Поэтому давай попробуем. Попробуем сейчас нанести 20 единиц урона. Рейтинговый бой, 44-й ранг, как ты видишь. И мне дается... Угу. Именно подсолнух. Что не особо меня радует, если честно. Хм. Он ничего не стал выставлять. Так, я пропускаю ход. Он что-то выжидает. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем на всякий случай. Ну что, бомбанем, наверное, разочек, да? У него может быть... О! Вот даже как. Ну хорошо, допустим. Угу, выпали нам мускулы. Так, он все на своих грибах, все никак не успокоится, да? Он, ребята, все никак не успокоится со своими грибами этими. Давай сюда валун применим. Так, поехали. Так, у нас еще один валун. Ну, насколько я могу понимать, он либо хочет их в молекуляркой превратить всех, либо он хочет их клононасом сделать. Тут особо выбора нету. Ну что, тут бомбануть что ли по нему? Ну давай так сделаем, фиг с ним. Дальше, что же дальше? Дальше у нас есть вот такой вот чувачок. Наносит 3 единицы урона. Хм. Окей. Сейчас будем с тобой получать. А, нет. Ничего получать у нас не вышло. Интересно, есть у него могила это? Ага, вот у него что, ребят. А вот у него что? Давай-ка этого раздавим, наверное, хмыреныша мелкого. Поехали. Сдулся партизан, да? Ну, давайте репоставим так. И пока все, ребят. Потом, наверное, я сделаю все-таки вирус.
Он все не успокоится, да? Я так и понял, ребят. Я так и понял. Ну что же, поехали. Что же нам сделать? Я думаю, что вот этого, наверное, сюда переберем. Красиво? Красиво. Поехали. Сейчас не срабатывает защита. Минус два кому-то сделать? Или на земле по минус одному? А, шампиньоны. Все. Все, друзья мои. Шампиньоны его не спасли здесь. Так что замех по полной программе получил. Ой, замех. Конечно же, подсолнух, ребят. Замех у нас все норм. Отыграл как надо. Так, оу, мы еще и многопользовательскую игру точно выиграли. Ну что, теперь нам нужно разыграть три горошины. Друзья, ну я думаю, что, наверное, все уже догадались, где я буду разыгрывать и кем буду отыгрывать эти три горошины. Правильно. Ночной колпак. Поехали. У меня как раз колода там именно на... В принципе, она у меня идет как бы на грибах больше. Ну и фасоли там тоже хватает. Оу, воу, воу. Ребята, великан уже еще и в высшей лиге. Чувствую, что-то шансов здесь у меня на победу будет очень мало. Очень мало. Очень мало. Ну что же, смотрим. А видишь, кто у него здесь? Его просто уберем, ребят. Я знаю, что мы его не добьем, но... Сделаем как надо. Поехали. Угу. Шкаф. Поехали. Пускай он там колотит. Хотя, возможно, ребята, я сделал ошибку. Сейчас посмотрим. Сейчас глянем, что у него там в закромах еще осталось. Если осталось вообще что-нибудь. А зачем ему дополнительная энергия? Такой дурацкий вопрос, зачем ему дополнительная энергия? А ты догадайся. А ты догадайся, да? Ну что, он будет кого-то, наверное, сюда ставить, скорее всего. Или какие-нибудь заклинания применять. Дополнительную энергию берет. Ребята, он же сейчас наполучает. Или что-то у него, гаденыша, есть. Или что-то у него есть, чего я пока не знаю. Ну, 4 хп у него осталось. Ты серьезно? Луиджи! 87-го года рождения, я так понимаю. Ты серьезно? Так все, тут... До свидания. Не знаю, че так надо было тупануть. За великануса, ребята, за великануса на высшем ранге сдуться. Он практически ничего не поставил против меня. Я понимаю, хоть что-нибудь поставить бы мог. Вообще ничего. Так, я что, что-то я не сделал? Я что-то не разыграл, да? Три горошины не разыграл. У нас там не было, ребят, горошины, поэтому... Давай тогда попробуем сыграть за зеленую тень.
Да, ребята, зеленая тень. Та еще. Та еще, зараза. Ну... попробуем так. Еще начинает делать. Угу. Так, ну что, у него, наверное, отравление есть или что у тебя там? Яд, бочка, что-то должно же быть у тебя. Надгробие. Весело, друзья мои. Ага, все-таки выковырял откуда-то, да? Мы можем, конечно, его откинуть, если захотим. Если захотим. Зря я вот так вот сделал, ребята. Ой, зря. Ну что, у него там есть болванчики, у него есть сила. Но он ничего не стал делать. Прочерк у него, смотри. Ну, все. Да, надо было, блин, на воде стоять. Да ладно, ребята, что сделали, то сделали. Что мы можем здесь сделать? Ну, откинуть вот этого упыря, во-первых, да? Так вот сделать. Ну и вот так вот сделаем. Что, опять ковбой? Нет, ребят, не ковбойша. Этот тоже полетит у нас тогда к чертовой бабушке на куличке. Так, два урона наносим. Конечно же, я ему не дам прокачиваться. Пускай даже не надеется на это. Выполз, да, хламон? Че там у тебя, заморозка? Ну, давай заморозку. Эх. Блин, сейчас двух бесят вызовет. Вот чувствую, ребята, сейчас двух бесят вызовет. Ну, не сейчас, может быть, чуть позже, но он обязательно их вызовет. Угу. Так, я не знаю, ребята, кто там у него может быть. Но сделаем мы, наверное, вот так. Угу. Пин-пин-пин-пин-пин. Не знаю, кто там у него может быть. Отсюда. Чтоб духа твоего здесь не было. Ковбойша. Ага. Ну, допустим. 4, это получается 8, да? 9, 10. А ему, наверное, уже крышка, друзья мои. Бесята, да? А, прячет надгробие. Но это тебе не поможет уже. Это тебе, парень, по-моему, уже не поможет. Да? А вот, ребята, и бесята. Шикарно. Ну что же, осталось дело за малым. Поехали. Осталось дело за малым. Осталось дело за малым. Друзья мои, вот так вот мы побеждаем зомбарей.
Да что такое-то? Я не могу понять-то. Три горошины. Зеленая тень. Что у тебя? Ты хочешь сказать, что у тебя горошин нету? Я не верю в это. Ну вот две горошины. Это фасоль, это фасоль. Ладно. Давай еще. Так, нам выпадает мозговая атака. Но не профессор. Нужна ли нам... Нужен ли нам этот? Вот что просто. Давай, наверное, вот так сделаем. Ай! Вообще не вижу смысла вот в этой луне, если честно. Что она делает? Непонятно. Ну что, что, что? Зачем ты нажал, Рэй? Давай, все, пропускаем ход. Что он там сейчас сделает? Ничего. Если что, у нас есть ураганчик, мы... Вот, горошина пришла. Пью. Угу. Угу. Так, друзья, я, наверное, предлагаю его... А что, скинуть его или... Что вытворяет? Так, ну что ж, давай теперь мы тогда сделаем. Только вот этого оставь, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас защита сработает. Сейчас вот этого может переместить. А, вытягивает две карты, у него добор. Поехали. То, что у него добор, это, конечно, ребята, фигово для меня. 15 хп. Вон кого он позвал. Плюс этого чувачка в горшке. Все, может, завязываешь уже? Поехали, смотрим. Так, он на энергиях. Ну что, ну возьмет он энергию, да. Ну а дальше что? Тут энергию берет. Я не знаю пока, что у него, ребят, там в мозгах. Какие планы. В моих планах входит его как можно быстрее расстрелять. Вот это вот у меня входит в планы. Так, это надо будет приберечь. Я, кажется, понял, что он хочет, друзья, сделать. Я, кажется, понял, что он хочет сделать. Так, давай так сделаем. Блин, защита не срабатывает еще. Ну, давай так еще. Сейчас у него там перемещение, да, скорее всего, или отравление. Я не знаю, что у него там. Прочерк, пират с прочерком. Угу. Так, 5 энергии. Ему не хватает одной энергии. Ага, прочерк с кровожадностью здесь берет. Плюс вытягивание 3 карт, ребята, 3. Защитушка, ты где? Защитушка сработает у нас после вот этого хламона. То, что нужно, ребят. То, что я, в принципе, и ждал. То, что я, в принципе, и ждал. Давай, поехали. Так, так. Ну, давай еще вот так вот сделаем. Ребята, 6 энергии. Сейчас, если он превратит всех в гаргантюа, а у него может быть кровавая луна быть. Ставит заморозку. Ну тогда все, парень.
Тогда, скорее всего, все. Ему кранты, ребят. Ну вот как он тут выкрутится? Ну скажи мне. Так, горошины мы сколько? Мы разыграли, по-моему, две горошины всего лишь, да? Да, мы только две горошины разыграли, твою дивизию. Ой, ребята, идем дальше, нам нужно три горошины разыграть, а мы только лишь две. А почему нам орех не выпадает, а? Вот он, вот он. У нас тут и фасолька, и орех дружественный, улюлюкать, который любит у нас. Так, у него может быть, ребята, что? У него могут быть челюсти, я помню точно. Могут быть у него челюсти. А как думаешь, куда он перескочит? Давай здесь поставим. Ауч. Надо его валить через горошину, ребят. Надо его валить через горошину. Давай сюда поставим. Это не есть гуд. Давай. Он хочет вот на этом вот вылезти, что ли? Ну, в принципе, он может как-то, наверное, сделать это все. Давай вот так вот я сделаю. И... и вот так. У него заморозка может быть. На, сейчас еще трешечку в лицо. На. Итого 5 хп. Пока. Слушай, зачем нам держать, если мы можем... Давай вот так вот сделаю я. Три и два, это пять, получается, да? Я не знаю, кто у него там. При разыгрывании растений со способностью команды все растения получают то-то, то-то, да? Давай смотреть. Ага, делает заморозку. Ну, будет, естественно, вот этого замораживать. Даже так? Даже так? Ну, тогда парень... Нет, он выживет. Вот тут ему хана. Серьезно. Ну что, орешек надо было, да? Орех мы разыграли. Вот этот орех, орех. И не говорите, что это не орех. Вот и все, ребят. А, орех, горошину, а не орех нам надо было разыграть, ребят. Ну что, 790 у нас уже самоцветов, как ты видишь. Нам надо еще получить 210, ребята. Мы с вами откроем еще паки. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.